Сейчас, в общем, будем кулинарией заниматься. Вот видели? Завязывать фартук. Делаем храмовые пирожки. Надо сделать борцы пропорционально. Должно быть 50 грамм на тесто на один пирожок. Это мы сейчас с вами находимся в административном корпусе. Это наши самые лучшие и просворницы, и пирожочницы. Ну, больше не будем говорить, потому что разные бывают. Вот. Сейчас они говорят, чтобы вы понимали, как это трудно, почему нам кондиционер нужен. Полепите пока несколько пирожков. Ну, 50. Ничего себе, как в аптеке. У меня щедрая душа, у меня поэтому на 20 грамм больше получается. 65. Итак, продолжение. Мы лепили, как вы видите, мы ряд. Значит, сегодня у нас начинка яблоко, персик. И сейчас будем эксплуатировать бачку пирожками. Достаточно больше. Теперь берем вот такой вот отсюда и я пока видно подтягиваем и сверху раз. Прекрасно, пятерочка. А я знаю. Ну а что в итоге получилось, я вам потом покажу.